Прошу. Слышь, у вас есть результаты? Да, я Радио Свобода, да. Вы все ж таки сдолели 25 красовика 1918 года обвестить об незалежности Беларуси. Это безумовно великое здесненье. Тому это свято, свято надеи. Удалось у них, удастся и нам. Живе Беларусь! Живе! Венчую вас с нашим великим национальным святом. Днем воли, кай наш народ после долгого прогнету объяснил свету, что он так само хочет быть господаром на своей земле.